І на продовження інформаційного блоку будемо спілкуватися із гостем студії. Сьогодні це Андрій Клячин, він кандидат політичних наук і виконавчий директор громадського об'єднання Агентство соціальних досліджень. Добрий вечір нашому гостю. І так, результати соціологічних дослідувань ми получаємо регулярно в течение последнего времени, особенно регулярно, близится время выборов. Очень разные рейтинги слышим. В чем особенность вашего исследования, должна я спросить, и что нового должны узнать мы, о нас, жители тех регионов, которые вы исследовали, в том числе Днепропетровскую область, что нового мы должны узнать о нас из ваших исследований? Ну, прежде всего, по поводу количества исследований, да, действительно, их достаточно, и мы все понимаем, что чем дальше, чем ближе, вернее, к выборам, тем президентским, парламентским, тем их будет больше. И, соответственно, они могут упрощаться уже со временем до максимума, когда будут задаваться там 2-3 вопроса людям, даже, ну, не интересуясь, как, что и почему. Цель вот данного проекта, мы его делаем в сотрудничестве с нашими коллегами из Запорожья и из Харькова, состоит в том, чтобы, во-первых, задавать людям не просто вопросы, там, за кого они, допустим, будут голосовать, да, а выяснять более широкий круг вопросов. Это во-первых. Во-вторых, своей целью мы поставили на вот этом этапе исследования общественных и в том числе электоральных предпочтений жителей Востока и Юга Украины. Я сразу объясню, почему. Семь областей, давайте назовем. Да, семь областей. Какие? Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Кировоградская. Так. То есть ситуация обстоит в чем? Мы очень, достаточно часто, вы правильно сказали, видим рейтинги общенациональные. Соответственно, общие цифры по стране видим, но некоторые специфические моменты, которые могут сыграть, в том числе и на выборах, связанные с отношениями людей, мы не замечаем. Потом возникает всегда к социологам вопрос, а что же вот для начала, куда отойдут вот эти люди, которые не определились, а потом возникает вопрос, а почему же они отошли там, вот, к такому кандидату или партии, а не к другой. То есть возникла мысль, она и научная, и общественная. Я имею в виду, что это и с научными целями делается, и для того, чтобы поставить в известность тех, кому это интересно, вот, в частности, ваших зрителей, о том, какие вот настроения непосредственно вот в данной части более локальны. Почему именно в ней, ну, во-первых, и почему мы, исследователи, именно вот из этой части Украины собрались, решили исследовать то, что вот происходит у нас. Потому что политическая ситуация такова, что в какой-то момент в связи с произошедшим там революции, в связи с нынешними событиями, электоральные настроения именно вот Востока и Юга Украины, они так подверглись, скажем так, такой розе, видоизменению. То есть, если раньше было, в принципе, электоральное предпочтение понятно, то теперь часть людей изначально переориентировалась на одни партии, политические силы, там, доминанта когда-то была, там, партия регионов развалилась. Кто-то из избирателей в одну сторону смотрит, кто-то в другую. Кому-то что-то нравится. Эти изменения. Получается, вот была, скажем так, задача и идея посмотреть в таком приближении, насколько вот что происходит в настроениях людей именно вот данной части Украины. Соответственно, мы вот по семи областям эти исследования делаем. Более того, мы их решили посмотреть в динамике. То есть первая часть была там июнь-июль, представляли, первая волна, так называемая, вторая. Вот происходит сейчас, планируем третью, но сейчас забегать вперед пока не будем. Для начала сделаем, потом уже будем. Нужна еще четвертая, да, прямо перед выборами. Я думаю, скажем так, в данном случае это в рабочем порядке будет. Пока вот запланировано именно в таком виде. Если это будет интересно действительно, то, ну, продолжение, если что-то получается, то всегда возможно продолжение. Вот за лето насколько изменились настроения людей, вот июнь и август, если мы берем, уже все-таки политическая реклама присутствует, да, скажем так, полным ходом, да, уже и на бордах, и по телевидению. Меняются ли настроения людей вот за, ну, это короткое время? Знаете, меняются, но не кардинально, потому что реклама пошла, но полностью осознать люди ее не успели. Соответственно, изменения есть, но они такие еще точечные. То есть мы их, ну, можно их назвать тенденциями. Да? То есть какие-то политические силы там падают, растут, какие-то качаются, в том числе. Ну, мы сейчас конкретно поговорим, я думаю, будет, да, интересно, да, именно в конкретных каких-то цифрах. Поэтому
жестких изменений по сравнению с первой и второй волной нет, поэтому тем интереснее будет потом посмотреть третью. Но, тем не менее, как бы тенденции наметились, они действительно есть. В конце концов, постоянство, если мы можем прогнозировать постоянство, то это, ну, это тоже вывод на предстоящие выборы. Мы на самом деле ключевые 7 блоков решили осветить, то есть задать вот эти вот вопросы респондентам, жителям областей. Они касаются прежде всего отношения их к ситуации в стране, к тем процессам, которые происходят. Поскольку, понимаете, могут быть объективные условия, могут быть одни, но все равно люди идут на выборы с каким-то своим субъективным мнением. А нравится, как можно ответить? Отношение к событиям в стране, что это значит? Отрицательное, положительное или вот, есть какой-то развернутый вариант ответа? В данном случае мы предложили такую формулировку вопроса, она действительно важна. Считают ли люди, что события в стране развиваются в правильном направлении, либо неправильном. Понятно, здесь есть доля, вернее, не доля, здесь есть определенная субъективность, но в конце концов, кто идет с бюллетенем, тот на самом деле все-таки ориентируется, вот правильно он считает или нет происходит. И в зависимости от этого выбирает своего кандидата или партию. То есть это важнее в данном случае не то, что происходит, а то, что думают об этом люди, то есть вот общественное мнение. Соответственно, ну, я могу сразу, чтобы немножко разбавлять это цифрами. Вот конкретнее, да. Значит, мы получили следующие ответы на этот вопрос. Мы предоставили людям возможность не отвечать просто хорошо или плохо, а более такой широкий спектр. Точно, однозначно в правильном направлении, скорее всего в правильном, скорее всего в неправильном и неправильном. То есть давайте я сразу, ну, можно ошарашить цифрами, да, такими ключевыми. То есть общий позитив 13,7%, это немного. То есть, причем преобладает вот здесь 10%, то есть это большая часть преобладает, скорее всего, в правильном. То есть, ну, это вполне логично, трудно найти оптимистов, ну, объективно, вот именно максимальных. То есть никто не будет спорить, что проблема в стране есть. А сколько процентов сказали, что неправильно? 77,1%, причем здесь такая ситуация, 47,3% считают, что однозначно неправильно. Причем мы говорим о востоке и юге Украины, соответственно, здесь это не только респонденты, которые консервативных взглядов, да, которые вот не разделяют то, что произошло, а еще и люди, которые ожидали чего-то от, ну, там, 3-4 года назад, а на сегодняшний день этого не произошло. Вот, поэтому вот здесь и 29,8% тех, кто считает, что скорее в неправильном. То есть это люди, которые, ну, скажем так, это потенциальный позитив возможен, то есть это люди не настроены резко радикально против. Но все равно цифра в целом такой вот минус 77, это показывает то, что настроение негативное, соответственно, и политики, возможно, будут использовать вот эти вот Впрочем, как и всегда, я не спорю, просто мы на самом деле многие согласны, что не очень хорошо, просто спор идет в том, насколько не очень хорошо. У нас всегда любая кампания президентская и парламентская строится на отрицании, на негативе чьих-то там достижений, отрицании чьих-то достижений, а согласен. Не на там популяризации своих каких-то. К сожалению, да, в данном случае вот такое отношение, оно, соответственно, провоцирует политиков на соответствующие действия, что играй на негативе. А негативные действия политика провоцируют... А вот это в данном случае, вы знаете, спор о курице и яйце, который, ну, хотелось бы, чтобы с обеих сторон произошли какие-то сдвиги. То есть, с одной стороны, ну, вряд ли это возможно, чтобы вдруг политики стали все... позитивщиками, либо люди вдруг резко снова поверили. Просто слишком много было разочарования, вы знаете. Смотрите, что касается каких-то неожиданных результатов, были ли они вот совершенно неожиданные? Не знаю, есть ли у вас там сравнение с предыдущим годом, например? Или с первой волной. Ну, давайте так. Сначала вот я сейчас тогда действительно конкретику, да, потом мы, если останется время, тогда уже поговорим про какие-то нюансы. То есть, можем начать, не бить сразу по лицам, да, начать с партийных рейтингов, то есть не брать сначала кандидатов. Так, да, мы сейчас говорим о партиях. Да, о партиях. Да. Мы говорим о Днепропетровской области, значит, цифры мы брали и включали только те, кто пойдет голосовать и определился со своим выбором. То есть в связи с этим это максимальное моделирование ситуации на сегодняшний день.
То есть когда те, кто не пойдут, они в этот список не включаются. Мы получили следующие, если лидеры. Оппозиционный блок 30,7%. По сравнению с предыдущим месяцем рост идет почти на 3%. Это уже будет выходить за рамки погрешности. И вопрос лишь в том, то есть рост присутствует, вопрос в том, где как бы у любой партии есть определенный предел роста. Да? То есть вот консервативный электорат закончен, а вот и все. Значит, в связи с этим мы подобный же близкий электорат можем рассматривать на примере третьего места за життя. То есть мы пока второе перескочим. Второе — Батьковщина. Второе — Батьковщина. Просто я говорю, о тех людях, которые вот могут пополнить. Ну, я вижу, там у вас разница ОПА и Батьковщины. Да, вы знаете, тут разница на самом деле в два раза. То есть 15% Батьковщина, которая растет на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. То есть можно говорить о том, что люди выходят из отдыхающей такой, и политики в том числе, и начинают более активно предлагать какие-то вещи. Мы это видим по наружной рекламе, там, по телевизору. Далее, Батьковщина вторая, 15%. Рост 12% стабильно идет за життя по сравнению с предыдущим месяцем. «Слуга народа» был взлет именно по Днепропетровской области. Это Зеленский. Вы правильно сказали, это Зеленский. 12,9, сейчас уже начинается падение 9,7. То есть тут специфика какая. Когда во главе, потенциальный вождь подобного плана, медийная личность, он что-то говорит новое, люди обращают внимание, им кажется, что нравится. Ему стоит замолчать, то есть нет постоянного электората, не исключено, что-то будет сказано, хорошее будет рост, потом о нем может быть плохое вниз. То есть, и вообще никто не знает, серьезно ли это, еще. Это люди, в общем-то, из протеста, наверное, больше. Вы знаете, это нужно, это та ситуация, когда на таком массиве 100% я не могу об этом говорить, то есть тут нужно ближе фокус-группами, другим изучать мотивацию этих людей. Но да, действительно, это желание нового, но не просто нового неизвестного, а нового и известного. Вот люди, которые хотят вроде нового, но вроде известного. Вот, пожалуйста, Зеленский. В принципе... А что с Вакарчуком? С Вакарчуком по партиям мы сейчас перейдем к личностям. Я просто хочу вас ускорить не очень много времени. Хочу вас еще послушать о президентских выборах. Безусловно. Хорошо, тогда поскольку о президентских, то есть... У нас на уровне 9% солидарность была и остается, коль мы уже перейдем сейчас к президентским. То есть у нее стабильная такая вот. По поводу участия очень быстро. Сказали, что будут участвовать 72,4%. Это высокий процент. Но это пока ведь, и неизвестно, что еще. Безусловно. В социсследования часть людей не попадает, которые явно маргинальны, то есть их просто невозможно достать из дома или просто поговорить. Плюс часть людей, которые сегодня готовы, но конкретный выходной может не сложиться. Соответственно, по опыту мы можем понять, что где-то 60-65%, из этого числа это потенциально можно... Это была бы хорошая цифра. Но я думаю, будет нагнетаться ситуация рекламная. Так что, скорее всего, может это реализоваться. По президентским рейтингам, по Днепропетровской области непосредственно. Здесь лидирует Александр Вилкул, 18,2%. У него, по сравнению с предыдущим месяцем... Президентские, да, именно по Днепропетровской области я обращаю внимание, в данном случае мы говорим об этом. Я понимаю, что в других областях его нет. Разные результаты, есть ниже, то есть есть не первое, там есть второе, третье, но Вилку является, то есть в тройке, это практически это везде. И по Днепропетровской области вот такой результат. И я просто почему сказал по Днепропетровской области, подчеркнул, как можно сказать, социолог предрекает победу по всей Украине. То есть на данный момент я четко очерчиваю, какие области мы изучаем. У него рост процент за этот месяц. То есть причины можно гадать. То есть пока это в рамках погрешности. Этот результат. То есть даже если он останется стабильным, это хороший результат. Второе место — Тимошенко, 15%. Она коррелирует в данном случае с партией со своей. То есть примерно такой же. У нее рост 3,3%. Это уже тенденция, можно считать.
считать. То есть вот все, что мы видим, скорее всего, активизировало ее избирателей в том числе. Третье место — Бойко, 14,8. Он на больше, чем на процент тоже вырос. Соответственно, ну, я так понимаю, выходит вот это вот из отдыхающего режима. То есть вот электорат консервативный, назовем его так, вот он уже начинает там самоопределяться. Рабинович 10,7. У него тоже почти 2% роста. То есть вот электорат консервативный, вот на этих трех людей он как бы между ними начинает определяться. И просто из интересного, Зеленский, точно так же, как и партия, с 12,3 с всплеска он опускается на 9,2. То есть, ну, еще раз повторю, вот и у него, и у Вакарчука, и частично у Гриценко, эти вот волны — это люди, у которых, ну, то есть, вот сегодня спокойно. Одна ситуация, этот человек может нравиться, завтра нет постоянного электората, завтра на кого-то люди переориентировались, да, что-то более ярко произошло, они как бы отвернулись. Вопрос будет, кто, за кем останется последнее слово. Да? Ну, тут может гарантировать наличие, например, там, политической рекламы у подобных кандидатов, как вы сказали, там, Зеленский, да, или Гриценко. Если присутствует постоянная реклама, значит, рейтинг будет расти. Да, 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 так у нас идет разговор, что я в одну линейку, может быть, не очень корректно поставил именно там Зеленского, Корчук — это как бы немножко одна тема, Гриценко другая. Просто я назвал этих политиков как тех, у кого рейтинг может быть. Сегодня Гриценко нравится своим спокойствием. Люди говорят, да, хорошо, завтра кто-то попадается более яркий, они частично уходят. У Вакарчука, у которого 4% на сегодняшний день стабильно у нас, и у Зеленского ситуация на сегодняшний день, условно говоря, медового месяца такого своеобразного, да, когда они нравятся, то есть ничего плохого люди не могут сказать о них, они как бы вот известные, но новые. То есть идет, да, то есть пока кампания не началась, пока... Они, как только они начнут что-то делать, вы прекрасно знаете, в любой сфере, как только человек начинает что-то делать, начинают появляться определенные вопросы, претензии и так далее. То есть, да, будет многое зависеть от того, как они, если они пойдут президенты, как они пройдут эти полгода, да, с какими посылами, с какими, может быть, наоборот, конфликтами. Это будет очень важно. То, что от некоторых политических сил не по одному кандидату, это тоже ваше предложение. Смотрите, у социологов всегда такой момент, когда нет еще кандидатов, первое — выбрать самостоятельно одного, и мы тогда получаем совокупный рейтинг. Но потом, если вдруг пойдет другой, это, ну, называется... мы разводим руками, что-то надо делать. Либо второй вариант — выставить двух. Дальше аналитически мы потом можем высчитать перспективу одного, второго, то есть как будут перетекать голоса. Но все-таки оставить этих двух, чтобы и в дальнейшем смотреть их перспективу. Да. В данном случае это более оптимальный вариант, чем... Ну, отсутствие кого-то из этих представителей одной партии, ну, просто зачеркнет в научном даже плане вот предыдущую сделанную работу. Поэтому адекватнее в данном случае делать так. В первой волне выставляли и Мураева после заявления Рабиновича, что что он идет сам. То есть Мураев был изъят, соответственно, рейтинг его было видно в основном по Запорожской области. Получил Рабинович. То есть там Рабинович и частично Вилкул. То есть там вывод был следующий. Рабинович, понятно, это четкая пара пока в сознании людей. Вилкул — это такие похожие образы, да, такой вот, ну, государственный, молодой, относительно как для руководителя там государства или правительства, молодой такой государственный менеджер, да, без сумасшедшего негатива. Да. Я дальше хочу спросить, очень мало времени остается, если можно коротко. Вот рейтингов премьера, я знаю, что эффективного премьера еще не было. Почему вы решили такой вот... Быстро объясняю, да, вот это ноу-хау. Смотрите, очень часто спрашивают людей, четко их ставят схему. Вот кто президент, да? Соответственно, люди ориентируются только на главу государства, и мы ориентируемся только те фамилии, которые могут быть. А когда люди потом спрашивают, а что правительство плохо работает? То есть обращения идут, сознание идет на правительство. Соответственно, мы ставили вопрос, который позволил нам расширить число политиков. Вот кого люди считают менеджером, государственником, не обязательно первым лицом политиком. В данном случае, у нас в данном случае полностью коррелируется по Днепропетровской области Александр Вилкул, 19%. То есть тут у него образы политика и менеджера, он как бы един. На второе место вышел Бойко. То есть 14%. Юлия Тимошенко 10% на третьем месте. То есть ее рейтинг как политика выше. Это по нашей области. По нашей области. То есть на нее смотрят многие просто как на, ну, не просто, а как на яркого политика, но уже сомневаются в том, что вот, эффективности премьерства. Гройсман Рабинович по 7%. Это удивительно, ну, как не удивительно, это специфика Днепропетровской области. В некоторых других областях, ну, мы там будем представлять, действующий премьер Гройсман имеет больший рейтинг. Как минимум потому, что он просто действующий, и люди реагировали именно на это. То есть у нас, еще раз повторю,
смотрю, то есть образ именно Вилкула как политика и как премьер-министр, он где-то вот одинаково воспринимается, поэтому никакого противоречия между, как, допустим, у Тимошенко, между политиком и управленцем, таких противоречий нет. Поэтому вот, вот в данном случае, да, мы это как, ну, извините за пафос, некое такое ноу-хау, чтобы посмотреть, как люди будут реагировать именно на позицию управленца. В конце концов, кто-то из них может стать президентом из тех, да, кого нету сегодня в президентском рейтинге. Может, это им и даст возможность каким-то образом развиваться. Поняла. И в завершении, вот что в третий этап, вы как-то сократите количество вопросов, там будут да, нет, ну, все-таки президентские выборы у нас вы знаете, на носу. Да, вы знаете, ну, я думаю, третий этап будет все-таки еще до, то есть он будет уже во время активной кампании. Во время активной. Ну, уже осенью, но он не будет еще в фазе, когда, в фазе голосования, поэтому мы перед каждым этапом корректируем, ну, потому что нельзя упираться в одну схему, да, и игнорировать то, что говорят люди, да, то есть то, что результаты, которые нам дают исследования. Поэтому 100% давать не буду, но, то есть корректировки будут, но мы постараемся сохранить то содержание, которое есть, тем более важно посмотреть, может быть, изменится людей отношение к окружающим. Да. Вдруг будет недовольных меньше или, не дай бог, больше. Тогда как бы совсем печально. Ну, будет интересно вас услышать через время. На сегодня вот пока все. Ставим такую точку нежирную. Послушаем возможно, вас немножечко позже. Возможно, запятую. Спасибо за участие. А нашим глядачам я нагадаю, гостем студії був Андрій Клячин. Він є кандидатом політичних наук і виконавчим директором громадського об'єднання Агентства соціальних досліджень. Говорили про рейтинги. Слухайте, дивіться нас далі. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.